Всем привет, дамы и господа! С вами Ниломоб. Мы сегодня играем впервые с вами в игру под названием Island Dwellers. Это демо-версия игры, она пока что еще в разработке, но, в принципе, она готовится к выпуску. Так, значит, у нас есть настроечки, графики. Я тут выставлю, наверное, самые для нас подходящие настроечки. 60... Есть тут? Ага, вот это, у нас 60-герцовый полноэкранный режим. Применим это дело. Так, и теперь нажмем назад. Значит, что у нас по настроечкам? У нас есть языки разные в игре. Но есть английский, китайский, испаньол, португал, дойч, японский, французский, какой-то упрощенный, наверное, китайский. Я путаю эти иероглифы, поэтому могу неправильно говорить. Украинска, турецкий, итальяно, свенска, я не знаю, норс. Короче, вот такие языки есть. Будем играть на украинском языке, потому что он для меня самый-самый понятный. Новая игра. Так, свое племя. О, назовем его Ниломопия. Пускай будет. А колор, не суть важна. Пускай будет синенький. Распечатай игру. И мы будем не своим племени. Что-то вы переживете вы поднятие уровня моря и обеспечите майбутнее племя. А, че, наверное, букву че не считывает. А, ну, разработчику камень. Камушек. Так, покроково стратегичная игра, то есть пошаговая игра, да, котрий вы, в який твій острів зменшується кожен, каждый ход остров будет уменьшаться. Призначай задания своим людям и намагайся расширить свое племя. Будуй корабли, то есть кораблики, та поки, надо, с острова надо сбежать, поки не острів, поки не стало занадто пізно. Так, досягти... однієї з трьох умов перемоги, тоді доведеться відвідати різні острови. Удачі та прямої гри. Ну, со шрифтами какой-то косяк, я могу уже сказать. Врощення продовольства. У часи достатку мудрі лідери накопичують додаткові запаси, накопичити надлишок їжі, не залишився голодним. Житель, їжа прийняти. Будемо зараз питатися розібратися в цій грі, тому що от наш, короче, камера, чуть-чуть ресурсы загораживаем. Так, сейчас будем пытаться. Итак, головна будивля. Можем приближать. О, лира, мина, будивництво, племя, чикс, 3, 20, ага, возраст, их видит наука. Опять я себя не туда, давайте вниз тогда, там, видите, всякие менюшки, интересно. Пробуем сегодня чуть-чуть как-то раздуплиться, так сказать, в этой игре. Будивництво. Но мне кажется, надо как-то еду добывать. Будивництво. Корабль. Дерево. И шкура. Мы можем выбирать персонажа. О, можем давать ей очікування. Недоступно. Потребна будивля ферма. Так, окей. Будивництво. Хочу ферму построить. Флот. Какие-то... Додати всі, видали всі острів, флот, реліквії які-то присутствують. Так, хорошо. Племя, ну, наверное, старішини. 59 старішини. Горім. Додати дитину. О, можна ребеночка додати. 18 їди стоїть. У мене 7 їди. Так, будівництво. Дерево, лен. Ну, я могу себе корабль построить, что ли? Пока не ясно. Так, а это что такое? Ба-ба-ба. Здорово. Мурон. Сбирать ежу. О, хавку собирает. Хавку собирает. Только я там его не... А, вот там какой-то чудик есть. Можно еще ближе? Не, нельзя. Можно крутить карту по кругу. Так. Окей. Этот еду собирает. Купивля, ферма. Им всем нужна ферма. Замечательно. Лис. Дерево. Гарный березовый лис. Круто. Так, это у нас головная будивня. Переместите оновити. То есть обновление можно сделать домику. Так. Задеянный дорослый. Один флот. Это мы уже смотрели.
Вот меня сейчас не понял, каким образом я должен... Выбраты. Переместиты. Переместиты. О, она в лес ушла. Дерево. О, и она, получается, дерево рубит. Окей, будивництво. Я хочу ферму сделать. Мысливська. Потрібна технология. Потрібна технология. Хорошо. А как технологии изучать? Вопросик. Пока что я не знаю. У меня еще два персонажа. Один еду добывает, один этот. А как камень добывать? О, вот это камень, наверное. Можливо, задание. Риска каменя. Чикс. Топ-топ-топ-топ-топ. О, каменюки какие-то. Все, она, походу, свои все ходы истратила. Так, ты. А это что такое? Лис. Сбирание же поливание. Это кто, старейшина? Точно старейшина. Молитися. Дослідження. О, он что-то там исследует. О, то есть он, скорее всего, у меня будет исследовать новые строения. Хорошо. Это что такое? Лис. Так. Выбери технологию. О, так, подводное плавание, каменоломни, сельское господарство. Во, чтобы мы могли, короче, сажать лесовые патины. Хочу вот это. Вот это хочу. Так. Надлишок ежи 3-8. Тут ежу добывают. Оновить нельзя. Так, эти жрут, что-то хавают. Наступный хит. Минус острова. Подожди. Хит второй. То есть остров постоянно уменьшается. Тут неразведанная область. Мне надо в ту сторону смещаться. Так, можно переместить. Дерево. 4. По-моему, нельзя. Ладно, пока что отмена. Так. Ты может ловить рыбу. О. Еда. 5. Две рыбки будет вылавливать. Так, ты у меня технологию изучил или не изучил? Наступный хит. Не-не-не, никакой. Ниякий не наступный хит. Мы должны с вами понять. Вар-вар-вар. Добывает ягодки. Так. Ну я не могу, а мне... Как, я хочу ребеночка. Для того, чтобы ребеночка зачать, мне нужны... Нужны еда. Так, ладно, добывай еду. Задание завершено. Надлишок ежи, винагорода. То есть мне... Я из-за того... А где задание смотреть? А можай. Так, меню. Налаштування. Зберегти. Ставити. Повернутися. Тут нигде задание не указано. Я просто так. Віра. Технологічне дерево. О, 5 із 25. Изучаю. Понял. Все понял. Так, ты тут добываешь, ты добываешь. Мы можем уже дитятку одного? Їжу 18. Не можем. Так, что тут у меня? Шестеренка рисована. Рубить дерево. Еду добывает, добывает. Этот у нас мыслитель технологии изучает. Так, этот у нас... Ну, чтобы ребеночка зачать. Ну, походу, надо наступный ход смотреть. Ой, у нас беда. Бездеяльный дорослый. Так. Так, переместить ядро нашей спільноти на новое место. Та запасу. Скільки з переміщень... Так, нам предлагают переместить. Значит, это 5 добывает. Это мадам должна отправиться в артис перемещения. Так, мне нужно, чтобы она тоже добывала какие-то ягодки. Ежа, будивельничество. А можно? Так, давай сюда, короче, телипкайся. И тут добывай еду. Сколько у меня еды? Они же у меня жрут.
Так, мне нужно это перемещать, мне сказали. Переместить куда-то. А тут что-то сияет, смотрите. А почему я не могу переместить? О, сюда. Ура! 4 еды дали за перемещение. Там какие-то древние ископаемые мы сейчас найдем. Так, хорошо, хорошо. Древние ископаемые. Тут пятерочка, 15 еды. Я хочу детятку нового завести. Это долго еще будет своими исследованиями заниматься? Так, ну еще ферму, чтобы нормально раскачать. Еще надо потерпеть. 5. Так, ферма, плюс 6, плюс льна. Урожайность увеличивает ферма. Устна, традиция. Все по 25 молитв. А как можно как-то уровень молитвы увеличивать? Ведь точно как-то можно. До слиджения. Так, давайте еще раз нажмем, где тут было. Вот этот вот, как-то можно какое-то построение построить, чтобы время изучения уменьшилось. Так, 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 думаем. Вот тут нарисована вот такая вот штучка желтая. Везде штучка желтая и синяя. Так, желтая и синяя. На тебя нажимаем. Вот это оно. Вера. А для чего нужна вера? Мудрость. Речно. Может, благодаря вере он потом быстрее исследование производит? Ну, как вариант. Так, это что такое? Плюс 2 веры. Давай сюда иди. Если я сейчас нажму на это. 7. Он в лесу, короче, более на веру переключился. А здесь вообще что-то особливее найдено. Ну, шуруй туда. Так. Так, все-таки на исследование переместимся. А что там найдено? Непонятно. Надо это исследовать. Мы можем сюда переместиться. Давай. Что там? Група старейшин, які залишилися позаду, коли їхнє племя покинуло острів. Ласкаво просто, здрасте. О! Плюс 2 старейшини. О! Жрать буде більше. Мінус. Плюс. Заключається в том, що старейшина може теж займатися ісследуваннями. Так. Так. Всех старейшин тупо на исследование нажимаем и смотрим сюда. Игра интуитивно очень понятна. То есть они сейчас за один ход, если каждый по 5 сделает, то получается сельские господарства, они для меня сейчас... Ну, то есть сельские господарства, они для меня исследуют. Амажай. Племя, мы можем детятку зачать? 18 еды. Ну, никак я не выйду на еду 18. Никак. А сейчас еще, ну, дерево, у меня тоже с ресурсами не очень-то и флот. С ресурсами-то не очень. А это что за реликвия такая? Руина. До следующей руины открыты ихние таемницы. То есть мы можем какую-то человечка какого-то переместить поближе туда и исследовать это. Знайдено. Вот тут, видите, руины какие-то. И здесь руины. Ой-ой-ой. Ну, только кажется... подожди, 4 еды. А ты тут сейчас не провалишься? Я тут камни хотел, чтобы ты добывал. Риска камня. Ход 1. У меня с едой у меня проблемы. Давай в лес прячем тебя. Тут, короче, добывай плюс 2 еды и плюс кожа. На диких тварин. А тут... 2 еды. А почему? А может, опасность типа для него может повредиться? Или стареть будет быстрее? Чуги его знают. Ну лучше ж тогда добывать сразу же и кожу. 4. 3. Ага. Так, 4. Понял. А тут что, неплодородный лес? 2 яблочка. Амахай. Это что такое? Вырубка леса. Ну пока что охотиться. А нельзя куда-нибудь более плодородную местность переместить? Что там? Что-то нашли. Что-то засияло. Знайдена особливость. Но мы не можем перемещаться. Пока что просто занимаемся тогда вот этим делами. Тут все заняты. Племя. Дорослый. Добывает. Кожицу. Ну, все добывают. Все у меня в работе.
Так, пропускаем ход. Немножко остров мне подрезали. Четвертый день. Так, что пишут? Выживание и процветание вашего народу. Витаюче новое життя вашему плену. Надо двух детей, миссию мне дали. Двое детей надо наплодить. Ну, я бы с удовольствием. Но только я не могу расплодиться пока что. Новую ребеночка, чтобы сделать, мне нужно, чтобы у меня было больше еды. А у меня технология изучалась где-то. А ну-ка. О, 24. Подожди. Да не, а, сельские господарства. А что, не хватило чуть-чуть? Не понял. Алло. Эти, как его? Старейшины. Плюс 4. А, один... А почему один старейшина плюс 4 дает, а не плюс 5? Жулик? Ты жулик? Натуральный. Так, перемещайся. Что ты тут нашел? Плюс 3. Это что за камень такой? Это если он на камень заберется, то у него будет плюс 4 к технологиям? Его надо туда срочно переместить, значит. Риска камня. Ляндика, в этих горах надо всех старейшин сюда зафигачить, чтобы они тут все добывали у меня. Так, старейшина. Ой-ой-ой-ой, давай на камни шуруй. Ой-ой-ой-ой, в лесах молиться нам сейчас не время, их надо, короче, сюда пихать. Я сразу понял суть игры. Только надо... Так, этого старейшину переместил. Этот уже не может ходить. Всех старейшин перетягиваем, в общем. В общем-то. Все, но все равно они А нельзя как-то одну старейшину переместить на то, чтобы он, допустим, мудростью занимался? Ведь... Или... Я вот вопросик у меня появился. Если я, допустим, сейчас оставлю, у меня эта штука накопительная, оно накопится, я смогу потом перенести на другой какое-то исследование, правда? А для чего мне... для чего нужна в игре вера? Так, молитва. Опа! Выкористовується для будівництва. Опа! Тераформування ліс. Гора. Пагор. Туман убрать. Їжа здійснює. Конопля. Створити коноплі. Тобто ми можемо... Дерево. Вера. Я можу 10... Мені треба їду робити. Так, подожди. Сейчас мы тут сделаем хитрость одну. Смотрите-ка. Один старейшина, который в самом жопенте. Этот вот остается. Вот. А ты... Ты хорошо. Ты хорошо, старейшина. Ты хорошо. Все туда будут изучать. А вот ты у меня на молитвы отправляешься. О, плюс 6 вера. И мы сейчас тут тебя... активируем потом 10 еды, и за счет того, что мы за счет веры, за счет молитвы богам, мы принесем себе больше пищи, и за счет этой пищи мы сделаем оплодотворение. Нового себе дететку забецаем. О, идея. Мозг я, мозг. Так, а здесь можно переместиться, что-то изучить новое. Так, выкупани из глины часу колоссальные кистки натякают на існування давно за... За гнилою величою істоти. Виконати ритуал. Дослідити. Виконати ритуал. Дослідити. Дослідження. 20. Винагорода. Вера плюс 4. О, ні, дослідити. 20. До... Йо-ма-йо. Це я, короче... різати камінь. Ви поняли, що я тільки що заполучив? Технологі. Все. У мене сільське господарство ісследовано. Тепер, якщо я хочу, допустим... домики. Я теперь могу себе делать эти самые, ну, фермы. Я буду больше добывать. Лесові. Будиночок лесника. Мисливська плоти. Не, игра интересная. Такая, с виду такая простенькая, но реально всякие эти взаимодействия. Ну, интересная игра. Реально, затягивает. Если ты тем более, если поправили бы шрифты, вот это было бы круто. Так, с учеными моими. Вот это, короче, должны как-то их в горы отправить. Почему я не могу их отправить в горы? А мы день не пропустили? Мы день не пропустили, походу. Бездиальный, здоровый. В смысле? Этот молится, отлично. Так, доросли.
Диты, не могу, мне не хватает еды, чтобы детятку завести. Вот это бездеальность. Это реальная бездеальность. Значит, отправляем... А куда? Чтобы что-то новое исследовать, надо туман раскрывать. А, ну мы... О, вот сюда пойдем тогда. Может, немножко откроется. И нажмем плюс 2. Вот, пускай чуть-чуть принесет. Туман. Нужно ли мне переносить свое... Нет, тут вроде еще стоит нормально. Перемести ты. Устна традиция. Ничего не надо делать. Наступный ход. О, обваливается остров постепенно. Пятый ход. Ну, это, конечно, минусик, что оно обваливается. Но что ж поделать. Так, мы можем будивництво. Во-во-во-во. Ферма. Дерево. Вартість будівництва. Збільшення виробництва. Мне, наверное, видите, в чем моя ошибка? Мне нужно было это в первую очередь изучать, наверное. Потому что потом уже... Вот, сейчас вот это, короче, будет изучаться. Вера появилась. И сейчас мы можем ежу активировать. Активировать. О, у меня появилась еды. 35 единиц еды. Теперь я могу за счет этого дела... А ваше племя не может впоратися с... Прямо зараз. Почему? Имя. Дорослі. А почему нельзя? Старейшины. У меня не хватает людей. Взрослые. Лира, Мурон, Мина. У меня... У них еще пол какой-то есть? Ежа, виробництво. Не, дорослый. А в чем проблема, чтобы сделать мне... Прямо зараз ваше племя не может... Может, нужно какое-то строение? Вартість шкіра, виробництво, мисливська плотина, їжа, вартість... А мисливська плотина, ти, короче, її ставиш, типа, на воду, щоб ти ловив там рибку. Будинок лісника. Но в чому прикол? Причал, ферма. Прикол в том, что... Что остров уже потихоньку сыпется. Не осыпется ли строение для дайвингу? Ого. Перлины добывать можно. Каминя, золото. Что там такое? Карьер, дерево. Камень больше. Камня добывают. А почему я не могу... Ваше племя не может... Збільшення кількості прямо зараз. Я не могу понять, почему? У меня еды же есть. Все есть. Чего не хватает? Имя стать. Виробництво. Я не понимаю. Может, надо как-то их вдвоих свести на одну точку? Давайте попробуем. Вот, допустим, вот этого. Ну, сюда. Плюс 7. Плюс 6 стало. Ну, вот они рядом стоят. Диты. Нельзя. А если мы сделаем бездеяльность? Бездеяльность. Ну и все, чпокайтесь, алло. Они на одну клетку даже становиться не хотят, понимаете, в чем прикол? Понимаете? Так, 3, 4, 6, 3. Не понимаю, честно не понимаю, почему не могу ребеночка завести. Может, на следующем ходу? Потому что оно еще сейчас еду не видит, наверное, вот так. Так, будивництво. Я хочу сделать ферму. Но дорого. 36 дерева и камня 24. Ну, давайте тогда... вот такую. Не знаю, за Ирича. Ага. Какое-то здание. Надо дерево 24. Молитвы у нас будут. Мы 24... Но мы должны переключиться на дерево. Плюс 2 дерева всего. Чего так мало? Так мало дерева добывает. Йо-бобо. Давай всех на дерево включим. Этот на молитвах подымет бабки. Этот вот в горы. Идет технологии у нас изучать. Ой-ой-ой. О, 7, плюс 7 технологий. Заодно территорию новую будет изучать. А тут у нас молитва, короче, получается. Здорово. Игра затягивает. Это абсолютно точно. Ой-ой-ой, тут что-то сыпется. 6-й ход.
Добренько. Так, хорошо. Что у нас по дереву? 26 еды. Жрут, жрут, жрут. Можем произвести молитвочку на древесину. Раз дерево. Сколько дерева? 26. И, в принципе, наверное, может быть, нам хватит на какое-то строительство. Дерево нужно 24. М-м-м, не хватит, только на следующий ход. Либо еще одну молитву на дерево. Так, 30. Фух. По поводу детей. Не може впоратися з більшістю... Не може впоратися. Не може справитися з більшою кількістю людей прямо зараз. У меня недостаточно еды? Почему мы не можем сейчас... Раму. Знайдите все реликвии. Досадить все технологии. Во, 6 из 6. Для того, чтобы мне расширить поселение своим, нужно тут прокачать, да? Диты. Ага. Луна... Мне нужно это обновить. Мне шкуры не хватает. До меня дошло наконец-то. Мне просто банально... А что это за клеточки, плюсики? Плюс, плюс, плюс. Переместить. Для того, чтобы меня расширил племя, мне нужно прокачать свое главное здание. Я же этого не знал. Я не знал этого. Так, ничего страшного. Давай шкуру добывай. Так, дерево есть. Нужна шкура. Теперь переключаем всех на шкуру. Еды нам, в принципе, хватит. А сколько у меня еды израсходуется за одну сутку? Доросли минус 6, старейшины минус... 9 еды в сутку. Поняли? Запомнили. Поняли, запомнили. Старейшину этого в горы пускай изучает. Плюс технологии. О, тут изучаются. Потихонечку. Не знаю, зачем я это подводное плавание изучаю. Так. Досы, старейшины, эффект. Мне лучше бы это изучать. Смотрите-ка, плюс одного ребеночка можно завести. И максимальный рост племени. О, рівень головної будівлі. О, ну надо, короче, из технологии с детьми. Ну и камень, чтобы быстрее добывать. И мы, короче, все здания не построили. Тут невозможно справиться совсем очень быстро. Ого, ого, так, 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 так. Ну, чтобы мы быстрее добывали еду, нам нужно еще шкуры. Так, молитва есть, на шкуру переключились. Плюс 6 веры. Шкуру надо, шкуру, шкуру. Ежа. А тут нету молитвы на еду. Понимаете? На шкуру, вернее. На дерево молитва есть, на еду. Выкрастовывается для будивництва. Они с конопли плетут, короче, эти самые паруса, паруса, поняли? Так, это что? Тоже для чего-то. Лен. Видите, можно активировать. А это... Пагорб убрать. Туман убрать. Ого! Сколько стоит весь туман убрать. Сколько молит. Так, ну а старейшины же рано или поздно погибнут наверняка. Или как это? Или как это понимать? Так, ладненько. Что делаем? Ну, походу, нам нужно, чтобы построить это здание, нам просто надо больше шкуры. Шкуры всех своих персонажей. Я переключил на шкуру. Вот как мне еще понять... Где оно будет больше шкуры добывать? Видите? Исследователи. Юные исследователи. Бар-бар-бар. Три шкуры. Три-три. Три-три. Может, это от персонажа зависит, а не от точки, где он стоит? Что? Что-то новенькое нашли! Это мы туда доберемся. Аможой. Аможой, аможой, аможой. Так. Давай сюда пихтай. Так, ну все, этот молится, хорошо, хорошая точка для молитв. Эти добывают, эти технологии мне. Что у нас по шкурке? Седьмой ход. Нам это надо перемещать. И обновлять надо на, для детятки новенького. Будивництво. О, у меня появилась возможность построить дерево, дерево. Почему не могу на пустых клетках строить? Только на там, где... Там, где, короче, строительство получается произвести там. Где, короче, уже какие-то деревья расположены. Ну, ладно. Давай здесь. Бумц. Так, есть. Ты. Да иди тут исследуй, покажи, что там.
містить інформацію про нові частини острова. Досліджу. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Чук-чук-чук. Вирощування продовольства, вирощування льону, вирощування канапель. Знайдено руїни. Хорошо. Ти. А навіть не могу. Шкурки не хватает. Зато у меня есть молитвы. Молитвы есть. Значит, что мы можем сделать? Переместить можем? Можем. Значит, для того, чтобы нам обновить дерево 12, шкура 24. Дерево 12. На дерево мы намолимся. Шкурка плюс 8 будет. Надо перемещать. От греха подальше. Бабах. Так, переместил. Так, еда есть. Этот молится. Здорово. Плюс 2. Но тут есть некоторые... Смотрите-ка. Плюс 2. Плюс 2. Тут плюс 2 везде. Пока что плюс 3 где-то молитвы я не вижу. Везде плюс 2. Но, может быть, где-то мы найдем. В лесах молятся, в принципе, топчиками. Но надо его тоже смещать потихоньку отсюда. Он везде будет молиться плюс 2. Так, хорошо. Вы, ребята, молодцы. Плюс 3, плюс 3. Но вы можете тоже не стоять как бы на местах. Вы можете тоже перемещаться и делать пользу. Допустим, изучать вот так вот. Переходить по горам, путешествовать и местность разведывать. Так, так. Так, ну что, что мы можем сейчас сделать? Молитвы, еда у нас хватает. Трансформовать лес нам не надобно. Исследование изучили. Во, вот это мы сейчас будем использовать. И наступный ход. Нам нужна кожа. Кожа нам нужна как никогда. Так, надо двоих... Так, смотрим, что там у нас не хватает. Значит, что у нас? Дерево появилось откуда-то. Хотя, подожди. Нам нужно дерево. Дерево нам нужно. И шкуру. Будет на следующем ходу 24 кожи. Этот молится, чудик. Отлично. Но мы будем тебя перемещать вот сюда, наверное. Плюс 7, плюс 6. Ничего страшного. Один потеряли почему-то значочек. Так, ты у нас горный, горный житель, исследователь. Давай сюда. Так, что у нас тут? С лесопилкой этой. Повинно укомплектованы дорослым. Опа! Давай сюда. Я не знал, я ж не знал. И теперь надо добывать ежу. 8 еды будет в день приносить вот такая вот ферма. Мы можем знания выдел. Обновить можем. Будет плюс 4 еды. Подожди, это что такое? Это, по идее, уничтожить здание. Переместить. Переместить. Ну все, он собирает эту вот. Амушай. А можно ли, допустим, взять взрослого? Он на ферме работает, амушай. Да? Амушай. И тут не очень видно, сколько он там чего добывает. Честно говоря. А, видно, 8. 8 еды в день. Нормально на ферме добывает. Могу ли я этого тоже на ферму отправить? Нет, не могу. И получается, мы сейчас будем кожу добывать еще медленней. А можай. Это для меня минус. Кожа нужна как можно быстрее, как можно больше. Понимаете, в чем прикольчик? Так. Тут туман. Идем в туман. Туман, который похож на обман. Изучать его, исследовать. Вдруг какую-то реликвию еще найдем. Так, что здесь? Дерево. Активируем. Вартись. Подожди, дерево, цена увеличивается? Каждый раз увеличивается? Да, я не знал этого. Каждый раз оно все дороже и дороже становится. Кто мог знать? Так, но ферму мы возвели. Мы сможем расплодиться в этой игре или не сможем? Так, кожа 12. Нет, не 12, 17 кожи. Мне надо обновить дерево. 24 кожи нужно. Не знаю, где я должен ее столько надыбать. Будем пытаться. Так, давай сюда, на гору, на это. Что-то исследовать надо. Вот что надо делать. Исследованиями заниматься. Так, о, давай сюда. Я всех на кожу поставил. Я всех поставил на кожу.
чтобы они все у меня кожу исследовали. О-о-о. Вот это оно. Місце інформації про нові частини острова. Так, нові частини острова. Ой-ой-ой, остров-то не маленький. Но тут вот два места, где мы сможем что-либо то ценное себе заполучить. Это для нас очень большой плюсик. Так, тут у нас кожа добывается, здесь добывается. Жалко, что мы не можем молитвами перенести себе больше кожи. Вот в чем моя проблемочка. Так, тут этот молится. Но, возможно, если мы какой-то сбившее урожайных. Ну, это 400 уже стоит. Видите, как дорого. Это мы... О, ребеночка одного добавили себе. О, мы можем уже ребенка завести. Так, каменоломню изучаем. Племя пробуем. О, одного детеночка добавили. Что он может делать? Выбрать ему профессию можно. Вы поняли? До слиджения. Полювання. Збір. Рыболовля. Сельский господар. Корисних копалом. Наступний хід. Ну все, он типа себе там сидит и выращивается. Досвід плюс 2. Ви поняли суть игры, я надеюсь. В принципі, игра интересная. Я ее сохраню. Так, налаштування и выйти. Прикольная игра. Как для первого раза, в принципі, я понял суть игры. Довольно-таки годная и затягивающая. Хотя не сказать, что какая-то супер-пупер графика, но в целом да. В целом да, она... достойно внимания. Ссылка в описании, если что, кому-то интересно. Демка бесплатная, можно играть. Хотя бы один остров потренироваться, пройти до конца, было бы здорово. Но я, может быть, тоже пройду. Посмотрим, как она у меня пойдет. Все, увидимся в следующем видеоролике. Если вам понравилось, пишите комментарии. И всем пока-пока.